Снеговик вас в гости ждет. Браво. Спать скорее. Спать пораньше дети лягут в день последний декабря, а проснуться на год старше в первый день календаря. Дэр Хармс, очень страшная история. Но я выучила. Съедая с маслом булку, братья шли по переулку. Вдруг на них из-за каулка пёс большой залаял гулко. Сказал младший: вот напасть, хочет он нас на нас напасть. Чтоб беду нам не попасть, псу мы просим булку впасть. Все закончилось прекрасно. Братьям сразу стало ясно, что на каждую прогулку надо брать с собой булку. Молодец! Вот позабавили, очень хорошо. Я смотрю во двор с тоскою, дома праздник Новый год, а снаружи ветер воет, водит снежный хоровод. Над протопанной дорожкой закружился озорник, и печален под окошком одинокий снеговик. Да. Новогодняя. Целый день его лепили, был любимцем детворы, а под вечер позабыли, в темноте не до игры, одному грустить не дело. Шубу валенки надел, рукавицы взял и смело вниз по лестнице слетел. А когда я возвращался, с благодарностью и нежностью снеговик не улыбался со своей подругой снежной. Отлично, молодцы, молодцы, как хорошо подготовили. Целый поэтический такой блок показали. Браво, 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 браво. Ну что, друзья, борода моя себя. И сниму ресницы, доколе я пришел сюда. Будем веселиться. Давайте потанцуем, ребята, согласны? Да. Так, внимание, сейчас у нас будет такой конкурс для Дедушки Мороза. Сейчас будем танцевать. Игра называется «Три фигуры». Вначале мы танцуем. Когда я скажу «стоп», нужно будет кого-то обнять. И так мы будем лепить большой снежный ком. Понятно? Что вначале мы говорим «стоп, музыка», и обнимаемся по два человека. И так далее. Ну-ка, все встали. Встаем. Отомните потолок ледяной, пожалуйста. Поставьте нам. Готовы? Итак, игра «Три фигуры». Внимание, руки помахали. Ну что, начинаем? Да! Маэстро! Музыку! Погромче!
сделаем большой круг. Давайте за ручку возьмемся. И подвижно с Дедом Морозом. И давайте. Только все дружно взялись. Так. И пошли в одну сторону, в правую, под музыку. Продолжаем. Один большой круг. Танцуем дальше. Продолжаем песню. Были прекрасные, изумительные рыбки. Давайте посмотрим, как они танцуют. Прекрасно, как вы хорошо станцевали. Настоящие, настоящие, прекрасные, очаровательные наши танцовщицы. Ну а что, друзья, мы продолжим веселье? Да! Отлично. А давайте-ка мы сейчас тоже сделаем большой-большой паровозик. Ну-ка, с вами, за Дедом Морозом отправимся в новогодний паровозик.
Давайте, чтобы все видели ваши красивые платья, наряды. Девочка и девушка сейчас. Так, внимание. Так, вот вы какие, чародеи. Астралис, ты пошел? Наш паровозик, вам идет. Показать!
же это? Это... Ёлка! Это будет третья фигура. Понятно? Итак, внимание.